Люди, в чьих именах имеется буква «Г», любят рисковать и искать нестандартные пути. Стремление показать свою принадлежность к хорошему обществу. Люди с этим именем отражают полное стремление к самообразованию, экспериментам и достижению успехов в выбранной отрасли. Неважно, где будет находиться поле их битвы. Стремление к борьбе до победного конца проявляется во всем. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Эти люди имеют способность видеть людей насквозь. У обладателя этого имени может проявиться склонность менять часто партнера, потому что они всегда находят в каждом то, чему можно придраться. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Энергия владельцев этого имени усиливается или ослабевает в зависимости от их окружения, поэтому им стоит тщательно выбирать друзей и товарищей. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Они должны больше прислушиваться к своему инстинкту и доверять ему. При наличии благоприятной вибрации внешнего выражения они также отмечены необычными парапсихическими способностями, которые им следует развивать. Владельцам этого имени характерно любопытство, а иногда излишняя пронырливость. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.